Подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу, каплю 2,5 на 3 с грядками. Также будем собирать парник теремок. Привезли парник хлебница, теремок 3 метра, хлебница 2 метра. Все, пока разгрузились, приступаем к монтажу. Сейчас теплицу мы поставили, накинули полик. Сейчас мы его прокручиваем, клеем, прокручиваем, закроем двери. Теплицу нужно будет немножко сдвинуть, попросили. От забора. Сейчас добиваем капельку, и вот у нас уже скручено основание, теремок 3-метровый, будем собирать его. У нас монтаж теплицы, напоминаю, строили сегодня каплю 2,5 на 3 с грядками, с коньковой фрамугой на ручке, с торцевой форточкой и цельной дверью. Каркас сделан из профильной трубы 20 на 20, покраска полимерно порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Вот такая аккуратная компактная капля. Помимо капли сделали парник теремок 3-метровый. С такими крыльями. Каркас тоже 20 на 20, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм, все торцы защищены торцевым профилем. То есть тут 2-метровое крыло, его открываешь, затем открываешь метровое. Помимо капли и теремка, также привезли парник хлебница 2-метровый. Поликарбонат такой же, труба такая же. Тоже стоит на брусе. Все пропитано, обработано. Вот такие 3 изделия от компании «Уральская усадьба». Теперь будут работать на клиентов. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы. Всем пока.